Итак, всем привет, дорогие друзья. У нас тут Genshin, продолжение. Надеюсь, вам заходят эти серии. Вот, сбежали из рабства в прошлой серии. Так, и сейчас нам нужно искать Илочку. И желательно что-нибудь пожрать. О, хаб, хаб, хаб. Вот мне туда надо, короче, двигать этот хаб. В прошлой серии я не заметил, что я его открыл. Ну, в принципе, не страшно. Сейчас добежим. Главное сейчас на этих клювастых тварей не нарваться. Так называется в этой игре. Уж это опасный противник, который мало того, что нас отырит до бессознательного состояния, скажем так, еще раз и есть будет. Вообще людоед такой. Животное-людоед с большой шеей. Которое очень неприятно пока мне встречать на моем уровне боевых искусств, скажем так. Пыльная буря. Так, у нас пока отнимается здоровье, но самое главное сейчас добежать до хаба. Ну, не так, конечно, отнимается. Все, мы уже в городе, считаете. О, тут можно сейчас раздобыть еды, посидеть в баре, лечь на кровать, отхилиться. Все, выходим из скрытности, можно даже на единичный поиграть. Все, мы добрались до безопасного места, и теперь у нас жизнь должна наладиться. Что-то давай вяленого мяса, давай хилку. Сразу все давай. Что-то давай, выхиливайся. Пойдем поспим. Где тут, помню, можно было. Вот здесь вроде можно было. Все это мы соберем. Подожди. Валюди, ты кто? Гильдия наемников. Ой-ой-ой-ой-ой. Дай-ка выбегу за город, я не знаю. Нас будут бить, не будут. Ну, слушай, главное, бинтов купили, я не знаю. Капитан. Ай, капитан, капитан. Слушай, капитан, я просто искал место, где поспать можно было. Давай до сюда добегу, посмотрю. Вроде отстали. Я, правда, не знаю, как они... А, давай немножко камня подобываю, чтобы деньги были. Пока они там успокоятся. Слушай, а здесь у нас вроде колоды Бодин должны ходить. Из Бой Святой Нации. Угу. Слушай, а с вами там можно за это подраться? Изгой Святой Нации. Вы же вроде ко мне враждебные, да? Да, вы ко мне враждебные. Давай покачаем немного рукопашку. Если тут меня, скорее всего, набьют мне ебучку. Блин. Слушай, все плохо. Ты нас, блять, он меня оббегает. Короче, нас загружат, когда мы в хабе там этом. А, где его видел? Вот здесь хаб. Все, давай поперли в хаб. Ну, короче, опять в этой зоне. Можно опять сказать. Эхэй, всем привет. С вами я, Зазепа, да? И нифига. Еще одним дублем. Все может сложиться абсолютно по-другому.
Короче, на этих, на изгой святой нации мне пока налетать нету, а вот смысл налетать на этих, на голодных бандитов мне есть. Они тут вроде как должны тусить. Давай сразу в хаб. Тут ко мне никто не враждебный. Не из чего вам предложить. Давай скорость первую. Подожди, а мне нечего тебе предложить? Так, ну ладно, деньги у меня есть. Я в улье продался. Слушай, где-то тут должно было быть место, чтобы отоспаться. В хабе этом. Не факт, конечно. Это главное хранилище получается, да? Город Хаб. Личное. Типа я не смогу там отоспаться, да? А у тебя спальники продаются, дружище? У тебя спальников нету, да? Ой-ой-ой, все не так радужно, да? 280, 120, 25 питательности. Угу. Пофиг, давай. Поищем тут вокруг города голодных бандитов. Блин, когда нас рубанут тут. Хорошо так рубанут. Надо походить, посмотреть, поискать. Вот там вот кто ходит. Кочевники. Кочевники нам не враждебные. Я помню, тут вроде как когда-то давным-давно, когда последний раз играл в Кенши. Вот вроде они с этой стороны там тусят. Хотя тут везде, по-моему, вокруг периметра тусят эти голодные бандиты. Главное, перед файтингом с ними не забывать выкидывать все нажитое непосильным трудом. Ты кто? Ты просто фигня, которая летит в воздухе, я понял. Можно, конечно, сейчас немного поработать, но кому это интересно, да? Хотя ладно, давай покачай немного работу, что ли. Чтоб денежка хоть какая-то была, блин. Ну, вроде есть, конечно, на хилке есть, хватает. Ну, кто там снизу идет? Это кочевники, да? Рабовладельцы. Потому что, ну, не против них я не вытяну. Мне голодные бандиты нужны. Вот только исключительно они. Там работаешь? Работает. Работа один у нас. Травмы у нас все еще есть. Работа в темноте еще влияет. Ай, давай. Не, еще не доделали. Я пойду там каменюку там стырю. Отдам там ее. За небольшую сумму. Хотя я не думаю, что мне прям выгодно этим сейчас заниматься. Выгодно реально там какие-нибудь файтинги искать. Ну, что-то каких-то групп я там голодных бандитов там проходящих мимо не вижу. Ну, должны появиться. Мне просто в первой попавшейся группе надо листать. Жалко, что отоспаться тут нигде возможности нету. Все, давай. Еще один там добудем до конца.
Каменюку. Все, давай вот так. Беги обратно в хаб. Джин. Ты кто? Кочевник. Не подойдешь. Сколько стоит камень? Вообще копейки стоит. Ясно. Короче, с камнями мне смысла иметь дело нету. Надо реально искать, блин, где захватиться. Давай попутешествуем пока, что ли. Давай сохранимся сначала, для начала. Да мало ли сейчас выгребем. Нашими параметрами боя это можно сделать легко и просто. Что это, животные? Это козлы какие-то. Травоядные, козел. Козлы вроде как посильнее, блин, голодных бандитов, и козлы нам тоже будут навалять. Голодные бандиты, пацаны, пацаны, стойте. Сохраняюсь. Еду выкидываю. Пацаны. Да ничего ты с ней не найдешь. Так, они ушли сюда. Пацаны, пацаны, я вам хавку принес. Там далеко не убегайте. Сейчас, подожди, ты ногу давай захиль для начала. Все, давай голодным бандитам. Будем их терроризировать. Их вот так жалко ноли. И спального мешка нету. Все, хавку выкидываем. Давай, ну с одним-то я справлюсь. Ну слушай, вроде справляюсь. Вроде навешиваю его больше, чем навешивает он мне. Пока что для меня достаточно. Ребята. Сейчас я выгребу. О, выгреб. И он пошел с их негрупой. Крепость 21 тем временем. О, 28. Давай, хилейся. Жалко, отоспаться негде. Что ж вы это не взяли с собой ничего? Так, ну короче, будем сюда ходить. Святая возле святой военной базы можно этих говнюков находить. Ну, кстати, под того пацана я почти отмахал, и крепость 28, то есть мы можем уже как вполне на нормальных пацанов улетать и не бояться, что сразу прям выхватим от них каких-то критических повреждений, скажем так. Что мы типа сразу умрем от этого или типа того. В хабе, кстати, можно, по-моему,
Ну там сверху снять номер, блин, надо с этим поговорить только с торговцем. Давай, что у тебя есть? Так, мне тебе продать нечего, но я могу. Подожди, говорить. А, нет, подожди, мне даже с тобой, по-моему, говорить не обязательно, я могу сразу пойти сюда и отдыхать, да? Да, могу. По идее. Все. Он отлеживается. Стоимость поспать 50. У нас 2209. Короче, сейчас сражаемся с этими пыльными бандитами, качаемся и... Я не знаю, становимся прям мега крутым чуваком. Мерикенши. Заживляемся, отсыпаемся. Ой. Собираем нормальные шмотки. Команду можно потом собрать, базу себе построить, целый город можно построить. Короче, цель наша накостылять всей святой нации в одиночку. И пока мы это не сделаем, собирать город, я не знаю, там. Можно пока не собирать, короче. Все, так. Отоспишься, сейчас пойдем опять сюда. Возле святой военной базы. Подеремся. Все, давай, погнали. Я сказал, погнали. Ты что, не гонишь? Нам еще толпу бандитов голодных избить надо. Вот когда мы их избивать начнем, потом уже нападем в какой-нибудь небольшой фортик святой нации. И забьем их. И там уже пойдем шаг за шагом. Типа, а хули они там рабами владеют? Так, господа голодные бандиты. А где господа голодные бандиты? Чё-то пока я никого не вижу. О, кто вы? Пыльные бандиты. В принципе, сойдете. Вы даже, по-моему, хавку не добираете. Что можно ничего не выкидывать. Напасть. Давай сначала с тобой одним поделимся. Так, мы пока выхватываем от него, да? Ну, сейчас от двоих точно выхватим. Блин. Ну, живот, я не знаю. You will die at. Сейчас, скорее всего, у нас будет кома до поправки и все, пиздец. Да, это загрузка, блин. Потому что мы, считайте, проиграли. Умерли. Давай еще раз попробуем. Может, не так смертельно накостыряют нам. Где вы там? Где тут были, да, по-моему? Эй, пацаны! Вы куда свалили? Блин, ну только что же вас видел. Я слепой, походу. Пацаны, пыльные бандиты. Где там? Хочу подраться с вами. Вы что тут были, блин? Вот вы.
Что-то давайте только не сильно. Все, давай отбежим, я не знаю. Чуть боевку покачали. Сейчас на хвост там сядем. Давай, хиляйся. То есть боевое искусство 4 только. И чё так мало? Вы кто? Оба владельца. Ну, вы мне сразу выдадите таких хороших пиздюлей. Где вы тут ходили? Слушай, а давай-ка мы в скрытности похитим одного чувака. Какого-нибудь из этих. Все, я понял. Не получилась попытка. Я понял, давай еще раз. Умирает. Давай-ка тебе первую помощь. Он никого не может поднять с такой рукой. Ладно, давай. Уберем все доспехи хотя бы. Больше всего денег стоит. Стоимость при продаже, не вижу. 89, ничего не стоит. А, меч твой. Только вот эта фигня что-то стоит. Давай, ладно. Боковые эти. А ты у вас тут. О, нифига себе. Какой-то серьезный перец. Сколько стоишь? 175, 93. Так, дробящему, это понятно. Ага, восприятие минус 10. Так, ну это накидка лучше. Что-то реже. Скорость боя. Ловкость. Боевое искусство плюс 4. Я понял. Это в любом случае лучше идет. Ну, не намного лучше нашей. Эту фигню берем. И эту. Все, давайте кап. Обратно. Хиляться надо. Машины у нас нету. Все, выхилились, пошли в хаб. Какой такой выбитый, он не сможет кого-то нести. И сейчас ты мне тут типа накостыляешь, да?
Ну, вроде не критично. Так, пришел немного отомстил. Сейчас посмотрим, что там с животом. Ну, вроде не минусовая, так что. Давай, лечись. Я не понял, как добавлять задачи. Вот, медик. Вот, чтобы он сразу автоматом лечился бы. И давай, короче, дуй в хаб. Вот, побитый, избитый жизнью, но не сломленный. Мы двигаем в хаб. А вам спасибо за просмотр. Всех люблю. Поднял, поцеловал. Лайки, подписки, ребята, комментарии оставляйте обязательно. Мотивируйте мне этим делать новые видео. Ну, я вас сохранюсь. И всем спасибо. И всем так. И всем пока.